Всем привет. Вот вчера ходил по городу. У моего города день рождения. Это на стрелке Васильевского острова. Здание биржи. Вон торчат растральные колонны. Здесь был так называемый бал национальностей. Вот были выстроены такие шатры. В этих шатрах были представители различных национальностей. Я пришел рано, еще не было основного концерта. Вот. Ну и поэтому я просто ходил, поснимал. Но все равно играла музыка. Народ фотографировался с людьми в национальной одежде. Ну вот те, кого я как бы знаю, это были корейцы, грузины. А это я подошел к женщине из Северной Кореи. Она писала там на корейском языке. Вот, ну, что-то ее просили, она писала. А, между прочим, писала на рисовой бумаге. Такая была черная тушь. Ну, это было интересно, красиво, как бы необычно. Вот я у этой женщины, она не очень понимала по-русски, попросил написать слово «любовь». За мной сразу все начали тоже просить. Вот она пишет слово «любовь» по-корейски. Честно говоря, как это звучит, я забыл. Ну, короче говоря, вот это вот слово, по-моему, сарах называется. Сарам. Сарам. А вот саран. А вот я просил то же самое по-арабски написать. Вот. Похоже, вот эта палатка, шатер, где люди из Хакасии. Там стояла девушка с различными инструментами музыкальными. Я попросил ее показать, как играет некий инструмент. Отлично. Супер, спасибо. Похоже на банджо немножко, да? Ну, а здесь девчонки зажигают своими песнями и песнями. Мне кажется, им самим-то это нравится. Но уж остальным всем нравится очень. Вот так я переходил от одного шатра к другому. Все было очень интересно. Национальные костюмы вот здесь вот выставлялись. А вот здесь какие-то русские уже такие народные промыслы. Какая-то штучка, в которой надо шарик поймать. Вот здесь казак стоит. Казаки. А этот мужчина, вот это такая игрушка, похоже, родоначальница бадминтона, я бы сказал. Должны были провести по Невскому проспекту на автобусе. И вот и здесь представители, те, которые будут плясать. Там уже кто-то пляшет, играет вальс. Цену хорошую сделали. Так достаточно здорово все организовано. Да вообще вот этот день города все было хорошо организовано у нас. Мне нравится, во всяком случае. Честно говоря, у меня еще день рождения как
раз в день города. Поэтому это вообще вот как подарок. Но это я не помню, чтобы в день города был дождь. Да, немножко было пасмурно. К вечеру было пасмурно 27 числа. Ну, в общем, дождя такого сильного, ядреного и не было. Этот день очень здорово прошел. И вообще спасибо тем, кто это организовал. Хороший праздник. Потом показал. Так немножко хотя бы, чтобы иметь представление о бале национальности. Так назывался это праздник, бал национальности, к которому участвовали очень много национальностей, которые населяют наш город, мой маленький городок. Там приехал губернатор, сказал какой-то, двинул какую-то речь, но я уже не стал там особо слушать, и так все понятно. Вот, поэтому такие дела. Ну ладно, все, всем пока, всем привет, до свидания. Кстати, народ было очень много, достаточно. Я уже не знаю, там считать трудно было, но было много народа. Шарики пускали. Все, пока. До свидания.